Я характеризовал бы этот матч как нескучный. Одна и вторая команда имели моменты. По два реализовали. То есть были возможности, чтобы моменты реализовать больше. И счет, соответственно, был бы другой. Но забили по два гола, поэтому 2-2 на табло. И в итоге ничья. Я говорю, что моментов было достаточно, чтобы счет был другой, как в пользу одной, так и другой команды. Поэтому было, я думаю, для зрителей довольно интересно и содержательно. Спасибо. По сравнению с предыдущим матчем в Сокольническом БГУ состав не поменялся? Это следствие прошлого победного матча или же те игроки показали лучший результат на Мигранской неделе? Лучшие игроки играют в старте, поэтому все в совокупности. Говоря, что выигрышный состав не меняет, может, в этом есть и доля правды, но решили так, глядя на состояние, на работу. Тут все ребята, которые этот недельный цикл отработали, все достойны играть вместо их заявки в составе, поэтому сделали такой выбор в совокупности со всеми моментами. Гомель начинал игру лучше, чем Минск. Моменты у вас были. Потом случился такой гол, очень красивый, но в то же время внезапный. Как он повлиял на вашу команду? Никак не повлиял. Гол действительно хороший. Еще раз говорю, что мы не отходили от своей стратегии, не отходили от своей линии. Мы пытались играть на победу, создавали моменты, но, к сожалению, до пропущенного гола их не реализовали. Случись гол ворота Минска до нашего пропущенного, я думаю, может быть, содержание матча было бы чуть по-другому. Может быть, добились победы. Но сейчас говорить со слагательным уклонением я не вижу смысла. После гола мы также пытались создавать моменты, чтобы отыграться, чтобы забить еще, чтобы выиграть. Все вы прекрасно видели. Когда увидели перед игрой состояние поля, не пришлось ли как-то скорректировать игровой стиль? Да, конечно. Конечно, подкорректировали и попросили ребят играть в соответствии с состоянием газона, который мы увидели на сегодняшний день. Но если, ну, скажем так, по газону есть вопрос. Как оцените игру новичка Джуниора Айфаги? Очень классно вышел на несколько минут с матчем с Сокольническим БГУ. Сейчас отыграл тайм, забил гол. Дайте оценку. Ну, если забил гол и действует продуктивно, конечно, оценка положительная, дай бог. Это взаимовыгодное сотрудничество у нас получится. И он себя проявит и принесет пользу футбольному клубу Гомель. Никто от этого не будет против. Спасибо.